у нас большое количество дорог, которые находятся в грунтовом исполнении. Им пользуются жители деревень, отдаленных населенных пунктов, ну и особенно дачники, которые в каникулы, в летнее время наполняют наши села, наши деревни, приезжая из крупных городов в сельскую местность и видят разбитые дороги. Поэтому в прошлом году мы запустили программу капитального ремонта, текущего ремонта грунтовых дорог. Новая технология – это песчано-гравийная смесь 50% доменного щебня, которая позволяет этим дорогам выдерживать большую нагрузку и долгие-долгие годы служить нашим волокжанам. Период в 10 раз увеличивается количество. То есть по факту здесь проживает более 500 человек. Это все дачники, которые сюда приезжают. И действительно здесь очень много было жалоб по поводу этой дороги. Эта территория, она перспективная, она будет развиваться. Поэтому как только, ну, мы же понимаем, свет дороги появляется, начинает развиваться территория. Поэтому близость достаточно от города, очень хорошее живописное место. Здесь вполне вероятно, что мы дальше уже будем развивать индивидуальное жилищное строительство.